Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы идем на место моей мечты. Поднимаемся в горы на Орлиную полочку. Мы остановились на обочине. Вот, Игорь, покажи, где мы остановились. Это очень важно, да? Ну да, если люди будут искать. Вы знаете, никто из тех, кто здесь был встречен, не знает, как туда пройти, но все остановились почему-то здесь и идут вот сюда наверх. И мы решили поступить так же. Весенний лес, он такой классный, он самый лучший, наверное, потому что все еще такое свеженькое, еле-еле наклюнувшиеся листочки, еще не полностью распустились, и птички так поют. Светлый-светлый лес. Бук? Да, это дерево бук. Смотри, какая у него высота. Я думаю, ему лет 500 точно есть. Ну, не такой же большой. Гладенькое такое, оно мне какое-то животное напоминает, слона. О, какой бук. Друзья, мы идем, и то тут, то там нам встречаются дикие пионы. Это такое чудо, они вот повсюду здесь. Вот еще бутончик, вот какой он красивый. Этот уже отцвел. Диких бутонов у них нет там набитого количества лепестков много. У них они вот так распускаются, как ромашки. Красота. А вон, вон вдали. Блин, какой-то как люпинчик такой вон там, фиолетовый. Такие они дороги из мая. Все в пионах и скала. Красота же. Запах. Алена, все в горах, все выше и выше. Протяженность маршрута в обе стороны 6 километров. 3 туда, 3 обратно. Но местность-то пересеченная. Поэтому эти 6 километров это намного тяжелее, чем по прямой. Тем более мы все время сомневаемся, правильно ли мы идем. Ну, так слегка. Вообще, Орлиная полка находится ближе всего к поселку Мизмай. Мы до него не доехали, оставили машину, мы вам показали где. В начале видео показали. Мизмай – это поселок очень глухой, очень далекий. Раньше был, дорогу сделали сюда только недавно. Название происходит… В названии там слово «лес» вплетено. Потому что здесь, соответственно, добывали лес и везли его через Гуамское ущелье на хутор Гуамка. Ну и потом там, по назначению. Итак, ребятки, мы решили расширить нашу экскурсионную программу и освоить Екатериновскую полку. Здесь сама царица Екатерина Великая отдыхала с графом Орловым. Видите, какой у нас Игорь фантазер. Буробка. Суть в чем? Мы шли-шли по натоптанной тропинке и вышли на полку, но это совсем не та полка явно, которая нам нужна. Возможно, мы сбились с пути. Так, интересно. Продолжаем тренировку. Ну, собственно говоря, все. Да, нет. Вот камешек, вот там, наверное, можно проползти туда, секретный лаз. Тренировка приостановлена. Может, по низу можно пройти? Ну, я думаю, что это уже такой экстрим. Вот, зато вид. Посмотрите. У нас весна, а там снег лежит на вершинах. Это плато Лаганаки называется. Плато Лаганаки – очень красивое место в Адыгее. Туда рекомендуют съездить все. Мы были зимой, полтора года назад. Если хотите, посмотрите, как красоты Лаганаки вот здесь, в этом видео. Так, ребятки, мы пришли. Мы забрались в самые скалы. Мы, на самом деле, не на Орлиной полке. Вот, но здесь тоже шикарные виды. Мы, конечно, ее сейчас найдем, не переключайтесь. А пока посмотрите виды с другого ракурса. Как называется местечко, не знаю, возможно, Елизаветинская полка. Друзья, вот Орлиные полки, они вон там ходят люди, как муравьи. Мы явно пришли не туда. Вот там вот, если видно... Может, ниже надо было идти? Да, конечно, ниже. А, да нет, там, ну, явно... Ну, видишь? Вот, они, вот да. Это Орлиные полки. Ну. Вот так вот. То есть это, может, где-то вообще ниже, ниже, ниже? Мы слишком высоко поднялись. Тут явно маршрута дальше нет. Наше путешествие продолжается. Мы ищем нашу орлиную полку. Мы ищем нашли орлину. Еще одну полку, но явно это не орлиная. Мы нашли прекрасную смотровую площадку. Она выше орлиной полки. Здесь, как на ладони, поселок Мизмай. Да, ребят. Везде лес. Просто река Курджип течет. Вон она. Для знатоков. Вот эти темненькие вкрапления – это пихты. А где ты видишь? А, вот. А, вон там, вдали. Вот. А смотри, как интересно ущелье. Вон, тоже, вон. А идет. Это Гуамское ущелье, да? Нет, Гуамское ущелье вот он начинается. А Гуамское ущелье идет вон туда. Я начала проводить аутотренинг, что она очень сильная. Я очень сильная, друзья. Мы свернули изначально не туда.
Теперь мы спустились опять вниз, ближе к Мизмаю, и начали свой путь опять вверх, на полочку. И я очень сильная. А мы первый раз проходили вон там, по вершине. Там еще тоже был откосик небольшой, но не такой, как здесь. Вот здесь поживописнее места. Острые скалы, камни. Без альпинистского снаряжения. Алёне страшно идти. Ну вот любой камень, он же может упасть? Может. Когда-нибудь он упадет. Он обязательно упадет когда-нибудь. Очень красиво. Это все. Полочки эти. И так чувствуется, что мы все ближе и ближе. Приближаемся к орлиной полке. Посмотрите, какие скальные массивы. Она вон там, где толпа людей. Надеюсь, вверх. Это стоило увидеть. Обязательно стоит. Посмотри, вверх подними. Итак. На длинной полочке, как на Бродвее. Бродвее не была там. В общем, очень оживленно. Посмотрите сами. Надо будет поймать момент. Так, а где орлы-то? Здесь, если что, орлы здесь не живут. Так, где мы были? Где-то там высовывались. Где-то там мы были. Копеек. Высовывались там, да. Наверх можно было спуститься. Очень красиво. Идем дальше. Все идут. О, блин, что-то о, человечка. Вали, вот так можно спуститься. Самый смелый подходит на край, фотографируется. Так. Друзья, ну что-то такого оживления. Самые красивые места. Сказать, что мне не страшно, я не могу. Потому что реально страшновато подходить к обрыву. Еще когда много людей, боюсь, что кто-то случайно толкнет. Поэтому, кто боится высоты, я вам честно скажу, не надо. Если честно. Вот это что-то. Самые смелые идут туда и вот залезают вот на этот край. Мы находимся на высоте 1000 метров над уровнем моря. А здесь мы поднялись примерно на 300 метров от поселка Мизмай. То есть он сам по себе находится выше. Решили отдохнуть. Забрались на самую вершину. Да, тут, конечно, проходимость очень большая. Приходите рано утром или поздно. Ну, поздно вечером не посоветую. Здесь такой потрясающий вид. Ой, он так съел меня. Ой, мне тоже. Итак, сходили в одну сторону, теперь идем в другое секретное местечко. Ну, напротив идем. Почему полки называются орлиными? Очевидно, что тут живут птицы, орлы, но на самом деле это не совсем так. Птицы хищные живут, сипы, бородачи, но это не орлы. Они селятся вот там повыше, конечно, не на самой там? Орлиной. Да. Угу. Они не на самой полочке, потому что вы видели, сколько там людей? Какая там птица? Так очень интересно. Красивый. Такой массив держится на таких маленьких камушках. Сейчас страшновато, конечно. Когда-нибудь это все упадет. Надеемся, что не в этот раз. Там заснеженные вершины, это плато Лаганаки виднеется. А поселок Мизмай мы вам уже, кажется, показывали. Да. Всегда хочется дойти. Что же там? Что же там с краю? Самое интересное место, наверняка. Вот когда тот камешек упал, не выдержал. Проходи. И сверху такие же еще как-то собираются. Вот этот массив, это реально страшно. Конечно, девушка смело на камушек села. В этом прекрасном месте я с вами рискну попрощаться. Не забывайте про лайки, подписываться на канал. Всем пока! Я полетел. До новых встреч! Наше путешествие заканчивается.
Посмотрите еще раз на это прекрасное явление природы, орлиную полочку вот там в скале. Да, мы там тоже были. Мед пиво пили.